Первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина проверила ход выполнения ремонтных работ в 4-й и 11-й Одинцовских гимназиях. Инспекция прошла в рамках реализации проекта «Единой России. Новая школа». Работы на обоих объектах выполняются в соответствии с программой инициативного бюджетирования. В 4-й гимназии идет ремонт двух помещений школьной библиотеки. В одном из них планируется разместить интерактивный центр с компьютерами, в другом – библиотечный фонд. В 11-й гимназии проходит ремонт санитарных комнат, которые включают в себя замену сантехнического оборудования. Часть из них уже готова.